Мы пришли качать березовый сок. Есть русский пословица такой: два дебила это сила. О, да. Мы, короче, набрали кучу бутылок, тут сверла, дрели, короче, трубочки, молотки, да? Трубочки, нержавейки. Пришли, значит, проковыряли вот в той березке. А там даже сухое. Думаем, уже может быть поздно, а оказывается, еще рано. И вот не солон нахлебавший, еще по колено снега в лесу. Мы идем обратно. Сейчас снега растопим, и типа будет сок это наш. Вот, все, идем домой. Че, капает? Ой, капает, надо пробовать скорее. Ну-ка. Ну, за вкусом. Градусов 40 есть? Да, по бороде текло, в рот не попало. Спасибо тебе, березка. Очень вкусно. Мы пришли, нашли поляну, где практически уже сошел снег. Вставляем, намечаем. Так, вот в этом месте. Вот. Берем дрель. И... Вах, какой! Аж бежит все. Покажи. Смотрите. Ага, давай. Вон, все бежит. Ох, ничего себе. Давай. Держи. Самый ценный. Все работает. И вовремя поставили. Видишь, он даже не позеленел. Он такой отличный, прозрачный. Я люблю прозрачный сок. Потому что мы там у кого-то видели, уже кто-то поставил. Видать, давно. И у него это, того. Зеленый. Не то, очень рано поставлено. Вон две. Вот там, в радиусе. Короче, 10 поставили. Вот. И уже, пока мы вот ставили... Уже вон накапало сколько. И оно капает, капает. Короче, 50 литров, по идее, мы должны отсюда уже вечером снять. Надо все-таки внутрь одевать. Насадку. Ну вот, короче, первый наш березовый сок. Она была бы полная, если бы... И вот наши 2,5 литра. Вот, сейчас мы их тоже будем брать и даже пробовать. Что мы тут насобирали? Вот, во избежание того, чтобы никто не подумал, что мы сюда воду принесли. Чисто для... Понтов. Для понтов. Ой, вот. Сегодня солнышко, мы прям днем приехали. Да. Ой, как красиво, красиво, красиво. Аня. Да сейчас, Аня, так ты, а что ты так быстро отвязал? Это пол-литра. Пол-литра. Ой. 2,5. Ну ладно, пробуй первый березовый сок. Березкой пахнет. Этот сладкий. Сладкий? Угу, ништяк. Ништяк. Да я тоже это, потом попробую. Это... Ну ладно, спасибо тебе, березка. Тут мы записку оставляли прохожим. Уважаемый, имей совесть, не воруй трубочки и тару, возьми сока, сколько выпьешь, и остальное оставь как есть. На-на-на-на-на-на-на. Переливаю. Наш сок чистый, как слеза. Мы... Все правильно делаем по технологии. Да, у нас он не красный, не желтый, не слизняковый, не сопливый. У нас вот видите прям беленький. Водичка экологическая. Ну вкуснейшая. Вкуснейшая, да. Мы рано утром вышли проверить наш сок, и вот наш результат. Наичистейшая, как слеза, нет у нас темного вообще, просто весь идеальный. 35 литров сняли, вчера в 3 часа дня поставили, вот сегодня в 8 утра уже сняли. Записочка висит, сок капает. Сегодня вечером или завтра в обед снимем последний сок, нам больше уже не нужно будет. Все тут замажем, все затрем, все дырочки, поблагодарим лес.